А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. Вот, и это дает основание западным аналитикам, западным политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые оси. Ну вот смотрите, в прошлом году НАТО согласовало новую стратегическую концепцию развития блока. И там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И прямо они перечисляются, эти страны. Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее. Вот это первая часть. И да, и объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое? А скажем, Великобритания и Япония в начале этого года, в январе, по-моему, вообще подписали соглашение о взаимной открытости, то есть о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере. Ну, именно поэтому западные аналитики и говорят, сами западные аналитики, это не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы, фашистскими режимами в Германии и в Италии и милитаристской Японии.